Доброе утро, всем чудесный день, начало дня. И мы решили сделать уборку вот здесь, на нашей веранде. Такая веранда открытая, пыли много. Здесь не делалась уборка, наверное, месяца полтора. Надо все вымыть, надо вот стены вымыть грязные. И все переставить, цветы освежить, лишнюю обувь убрать. Все, короче, сделать порядок. Ну, посмотрим. Посмотрим, что мы сделаем. Надеюсь, что все получится хорошо. Вот так вот. Моем машину, right, David? Yes. This is the way we wash our car. Yeah. Very good soapy water and good sponge. So you vacuum inside already, right? Yes, I'm vacuuming inside. That's good. I love to see the clean car inside. I very like to see it. Clean. С моя umbrella, это которая закрывает стекла. Это мой зонт на всякий случай. И вот чистенькое все. Все чистенькое. Это полотенцем закрываю вот первое сиденье, потому что всегда сумку ложу, чтобы сумка не затирала сиденье. Вот
все чистенько. Очень красиво. Спасибо. Thank you, David. Appreciate that. You're welcome. Я поставила вот здесь сюда вот эти цветочки, сегодня перенесла. Они будут здесь теперь. Были на балкончике там, на нашем верандочке нашей. Сейчас сюда поставила, там много места занимают. Здесь все еще в работе. Вот привожу в порядок, все надо перетрусить, перепромыть, освежить, там все надо. Thank you.
better not take your shoes off when you walk here. Because I didn't want to get my socks wet for starters. Ah, you're right. That's okay. It's gonna dry a nice week. Do you need to move? Yeah, they'll probably be happier in the shady. Uh-huh. They're probably happier with being shaded. Uh-huh. Yeah. It's gonna look better. Hey, Corey. Hey. What's your hair? I gotta retake all these pictures.